Суровое время требует радикальных решений. В сети появилась информация, что разработчики из израильского стартапа GK8 создали систему, способную в реальном времени проводить защищенные офлайн транзакции и с криптовалютой. Под руководством венчурного подразделения Discount Capital стартап привлек 4 миллиона долларов инвестиций. А сама технология уже внедрена в такие крупные компании, как, например, мультиактивную биржу eToro, предоставляющую услуги социального трейдинга. На данный момент компания уже привлекла в обслуживание более 1 миллиард долларов клиентских средств. В настоящее время стартап GK8 нацелен на активное сотрудничество с биржами, хедж-фондами и прочими финансовыми институтами, которые работают с криптоактивами. Для проекта был создан с нуля собственный проприетарный алгоритм GK8, который позволяет мгновенно проводить транзакции с различными видами цифровых активов без какой-либо потребности в прямом или косвенном интернет-соединении, сообщает израильское бизнес-издание Globes. Технологию защищает целых 5 зарегистрированных патентов. По данным компании из Кремниевой долины CipherTrace, которая специализируется на исследованиях криптосферы, в первом квартале 2019 года были украдены более 1,2 миллиарда долларов криптовалютных средств. А данный показатель за первое полугодие 2019. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru. Ссылка на новость доступна в тексте под видео.